Что это за суп? Такой ароматный, никогда не пробовал. Суп с ребрышками. Сингапурское блюдо. Попробуй. Суп с ребрышками. Вкусно. Это... Я добавила слишком много перца? Нет, нет, нет. Он такой ароматный. Недавно я раздавал листовки и смог привлечь новых клиентов. Но я понял, что я не могу их удержать. Я все обдумал. Думаю, стоит поменять блюда в ресторане. Они не популярны и не привлекают молодежь. Пусть в нашем ресторане хорошее меню, но аромат вина слишком силен в нашем переулке. Я думаю, сингапурская еда хороша. Это... Госпожа Дай, ты так хорошо готовишь. Не хочешь научить меня? Я правильно услышала? Тренер такой скромный. Я подумаю об этом. Мне нужно в уборную. Ты его приготовила? Я бы его заказал. Син! Ты здесь делаешь? Что такое? Ничего. Мне просто интересно, почему ты вдруг оказалась в этой комнате? Я пошла вымыть руки и просто проходила мимо комнаты Дзяхара. Это не так! Разве... Это не комната Дзяхэна. Здесь много его вещей. Он просто здесь живет. Это не его комната. Тогда чья? Это... Комната девушки, которая всегда в твоем сердце. Не так ли? Может, расскажешь мне? Я не хочу об этом говорить. Есть вещи, с которыми ты никогда не справишься, пока не расскажешь. Я хочу помочь. Мне не нужна помощь! Мне нужна. Это тебя не касается. Что? Я сказал, что это тебя не касается. Есть вещи, которые тебе не нужно знать, понимаешь? Я поняла.
Что я делаю? Инси? Фэнмин? Что это с ними? Директор Шэнь, думаете, стоит продолжать наше сотрудничество? Госпожа Ло, я все выяснила. Посредником между Хэн Сином и Юй Сяо Сяо была семья Ло. И что? Разве вы не будете рады, если Сяо Сяо потеряет работу и любовь? Нет. Проект Чабу сейчас находится на стадии проектирования. Знаете, в процессе проектирования возникает много проблем. Госпожа Ло, мне нужны деньги после того, как все будет сделано. Рита. Не беспокойтесь. Я заплачу вам. Даже несмотря на то, что с Ли Джидзе ничего не вышло, я вам все равно заплатила. Скоро вы получите сообщение. Поскольку Чабу материал похожий на лен, его текстура и складки идеально сочетаются с ленью и таинственностью богемного стиля. Это именно тот дизайн, который Бари предлагает вам. Далее Юй Сяо Сяо из компании Рик представит свой проект. Исходя из идей возрождения традиционной культуры с помощью чабу, я предлагаю открыть свое сознание, потому что из чабу можно делать не только одежду, но и аксессуары и предметы для повседневной жизни. Например, браслеты, серьги, подушки, сумки, корзинки для хранения. Но мы же все хотим занять лидирующую позицию на рынке одежды. Конечно. Мы в РИК считаем, что развитие зарубежных рынков, на которые всегда настаивал Бари, также имеет важное значение. Культурное возрождение – это хорошо, но я думаю, что не стоит слепо копировать традиции. Революционно. Мы должны следовать традициям и внедрять в них новшества. Инновация – это то, что нам нужно. История может уважать прошлое и создавать будущее только благодаря инновациям. Наша индустрия должна сделать то же самое. Спасибо. Позвольте мне сказать. Я думаю, что у обоих дизайнеров есть свои сильные стороны. Если удастся наладить сотрудничество в рамках проекта, международная одежда в сочетании с традиционными аксессуарами определенно будет иметь успех. Все по плану, не волнуйтесь, учитель. Хорошо. Я объявляю, что проект Чабу будет выполнен совместно Рик и Бори. Здравствуйте, готова заказать? Спасибо. Горячий капучино с сахаром. Горячий латте с сахаром. Латте с ароматом розы и карамели с сахаром. Затем латте-метеорит должен быть теплым с сахаром. А это немного ли? Это как в сказке. Не беспокойся. Столько сахара, немного ли сахара?
Это все, спасибо. Хорошо, ожидайте. Расскажи мне о Дайнси. Она... Кажется, она поссорилась с Фэнмином. Поссорилась? После того случая в ресторане они снова поссорились? Кажется, Инси вошла в мою комнату и затем... Дзяхан. Ты пускаешь других женщин в свою комнату? Признавайся. Иначе... Я причиню себе вред. Ты вот так легко ревнуешь? Мы вместе с ней ходили в школу. Это еще не все? Он заряжен. Я... Ладно, ладно, прекрати. На самом деле я не знаю, что произошло. Когда вернулся домой, то увидел, как Дайнси быстро выбегает из дома. На столе было много сингапурских блюд. Наверное, она приготовила. Кажется, Инси вошла в мою комнату. Я спросил Фэнмина, но он ничего не сказал. Эта комната раньше принадлежала бывшей девушке Фэнмина? Помню, он был против, когда я только переехал. Ваш кофе. Наслаждайтесь. Спасибо. Эта комната раньше принадлежала Синсин. Вы с Синсин хорошие друзья? Я, Фэнмин и Синсин. И? Помнишь этот браслет? Ты вернул его мне. Синее — это Фэнмин. Белое — это Синсин. Красное — это я. И что потом? Потом Синсин умерла. Фэнмин, вероятно, вспомнил прошлое. На самом деле, мне жаль Фэнмина. Он так долго не мог прийти в себя. Я надеюсь, что он сможет начать новую жизнь. Что ты будешь делать? Нет. Нужно помирить их. Ну как? Научи его делать что-то романтичное. Покажи ему романтические места. Ну или... Я знаю одно целебное место с великолепным ночным видом. Идем, я покажу. Хочешь пойти прямо сейчас? Ты так беспокоишься? Идем. Но мы же еще не допили кофе. Давай быстрее. Госпожа Дай, проходи. Госпожа Дай, с тех пор, как появилась новость о совместном проекте Чабу, 5 брендов подтвердили, что хотят с нами сотрудничать. Среди них есть 2 ведущих дизайнера, таких как вы. Один выиграл золотую медаль в конкурсе, когда учился в университете. Ты изучила всю историю этих брендов? Есть ли связанные с Сингапуром? Госпожа Дай, несмотря на то, что семья Дай много лет работает в этой индустрии, все эти партнеры хотят напрямую сотрудничать с вами, потому что они видели прошлые работы Бори. Ладно, дай взгляну. Госпожа Дай, каков наш план работы с Риком? Отдел закупок должен разместить заказ у поставщика. Мы должны это согласовать с Рик. Рик должен отвечать за отечественную линейку, а мы за международную. Это целебное место, оно здесь? Да. Каждый раз, когда Фэнмин несчастен, он приходит сюда, кричит на реку. Или выпивает банку пива и плачет. Я тоже. Настроение сразу улучшается. Ты часто грустишь? Уже нет. Потому что мне очень повезло. Кажется, я встретила кого-то, кто всегда будет со мной.
Я никогда не покину тебя. Правда? Не ври мне. Никогда. Ты не хочешь сейчас покричать? Здесь? Просто покричать? Син-син! Не волнуйся. Теперь я счастлива каждый день. Давай. Давай. Скажи, что у тебя на сердце. Я надеюсь быть здоровым и прожить долгую жизнь. Что? Ты слишком молод для такого желания. Чтобы я всегда мог защищать тебя. Выпьем. Господин Ян, вы так заняты. Нелегко пригласить тебя выпить. Я же всегда на связи. Иными словами, 007. Что это? 996? Пусть они отойдут в сторону. Верно, верно, верно. Придется отойти в сторону. Ты тот самый... агент 007 Чунцина, верно? Финал 7 в Чунцине. До дна, до дна. Вы заметили, это вино отличается от того, которое было в прошлый раз. Неплохое. Выпьем. Выпьем. Давай, давай. Ты грустишь? Нет, я счастлива. Тогда о чем ты задумалась? Я думаю о том... что Бари и Рик будут работать вместе над проектом Чабу. Где нам стоит работать? Господин Юань всегда был недоволен копирайтером Рика, поэтому раньше изготовление выкроек Рика передавалось на аутсорт. В Бари? Наоборот, можно быстрее увидеть готовую одежду. Тогда иди в Бори. Но в Бари... Ты боишься встретить Лушеня? Я не буду ревновать. Я тебе верю. Как насчет этого? Вы можете работать в студии Хэнсина. В этом случае ты сможешь поработать с Инси и не ссориться из-за дизайна. Как только дизайн будет готов, его можно будет распечатать прямо там. Почему ты такой умный? Но согласится ли Хэнсин? Да, конечно. Разве он не в командировке? Его студия пустует. Просто выпью с его помощником, и он согласится. Какой парень. Такой надежный. Тогда я приготовлю лекарство от похмелья. Папа? Который сейчас час? Почему ты не спишь? Разве завтра не на работу? Папа. Что такое? У нас нет комендантского часа. Хватит. Не подлизывайся. Слушай. С этого момента ты под домашним арестом. Я пойду. Почему бы тебе... не зайти и не выпить воды. Идем. А ты куда собрался? Папа, он... Ничего страшного. Я пойду. Спокойной ночи, дядя Юй.
подожди. Закрой дверь. Поднимайся. Брат Ян. Это правда ты? Ло Дзяхэн. Послушай, Юсяосяо. В кого ты влюбляешься, это твое личное дело. Не позволяй мне волноваться за тебя, хорошо? В чем дело? Ты чего так злишься? Я пойду в свою комнату. Что случилось, старик Юй? Посмотри на этого Ло Цзэхэна. Хочет, работает, хочет, нет. Он должен быть ответственным. И что вообще в нем нравится твоей сестре? Ешь огурцы сколько хочешь, но не говори глупости. Почему он безответственный? Дядя Чен сам мне все рассказал об этом. Говорят, что Ло Цзэхэн встречался с Дайн Си. Это все слухи. Точно слухи. Они просто вместе выросли. Если бы нравились друг другу, давно были бы вместе. Зачем им столько ждать? Кроме того, Цзяхэн хороший парень. Сяо-сяо недавно получила несколько проектов от компании благодаря Ло Цзяхэну. Он помогает Сяо-сяо? Вы имеете в виду, что мы несем ответственность за отечественную линейку, а Бори отвечает за совместную международную линейку. Верно? Да. Хорошо. Договорились. Тогда, чтобы ускорить запуск, позвольте Юй Сяо Сяо перейти на некоторое время в Бори. Наши типографы более сговорчивы. Наш типограф тоже очень сговорчив. В конце концов, Сяо Сяо сотрудник Рика неправильно все время оставаться в Боре. Тогда вы имеете в виду, что мне стоит перейти в Рик? Мы вам очень рады. Как насчет того, чтобы мы работали в студии Хэнсина? Последнее время в ней пусто и тихо. Хорошее место для творчества. Это хорошее предложение. Что вы думаете? Но согласится ли Хэнсин? Все должно быть в порядке. Я все проконтролирую. Хорошо. Если на этом все, давайте закончим собрание. Хорошо, идите. Ну как? Все, как я говорила. Кофе в нашей компании очень вкусный. И правда. Сяо-сяо, я должна кое-что тебе сказать. Что такое? Говори. Как ты думаешь, мы сможем сотрудничать? Разве мы уже не работаем вместе? Это не про сотрудничество между компаниями. Я имею в виду, что нам придется разрабатывать одежду вместе, и мы будем учиться друг у друга. Никто не будет вмешиваться в наше сотрудничество. Отлично. На самом деле, я думала об этом еще с показа Мия. Тогда договорились. Еще кое-что. Я хочу поблагодарить тебя за Фэнмина. Когда он поранился, ты позаботилась о нем. Я заметила, с тех пор, как он встретил тебя, он стал более жизнерадостным. Я рада за него. Если он что-то натворил, то скажи мне, и я заставлю его извиниться. Спасибо. Но все в порядке, как ты и говорила. В его сердце есть кто-то, кого он не может забыть. Он... Кроме того, нам лучше оставаться друзьями. В конце концов, я сейчас занята. Мне некогда об этом думать. Самое главное,
Для женщины это сделать свою собственную карьеру, верно? Хорошо. Сяо-сяо, у меня есть еще дела, я пойду. Хорошо. Господин Юань, это финансовая отчетность РИК за первые три квартала. Из-за происшествия на показе Мия и из-за Ли Чжицзе, репутация РИК сильно пострадала. Это привело не только к накоплению товара, но и к тому, что многие решили расторгнуть контракт. Я это знаю. А? Почему такая большая дебиторская задолженность? Да. Финансовый отдел уведомлял их. Тогда помоги им. Хорошо. Данные в этом отчете выглядят не очень хорошо. Попроси финансовый отдел проверить еще раз. И покажи его мне. Господин Юань, это очень рискованно. Если что-то случится, мы не справимся с этим. Что может случиться? Это только временно. Компания преодолеет это. Ты должна верить, что мы преодолеем это, так? Да. Я сделаю все, что вы скажете. Если ты не даешь, то я доем за тебя, Стропилина. Я пришла встретиться с тобой. И я так объелась. Если тебе есть что сказать, так говори. Давай закончим побыстрее. Я пришла навестить старого друга. И поддержать тебя. На! Тебе не нравится вредная еда? Боишься потолстеть? Прекрати! У тебя совесть есть? Есть? Я слышала, что ты поранился. И Дайан Си навещала тебя. А также приготовила сингапурскую еду. Было вкусно? Довольно вкусно. Нет. Что ты хотела спросить? Я думаю, Дайан Си относится к тебе очень хорошо. Почему ты всегда расстраиваешь ее? Почему у тебя всегда злое выражение лица? Кроме того, разве ты не просил позаботиться о тебе? И что ты делаешь? Собака укусила змею. Расслабься. Я помогу тебе, когда закончишь чабу. Теперь она знает о твоих чувствах к Син-Син. Это показывает, что ты преданный человек. Преданный человек — это ты, Чен Фан Мин. Подожди! Зачем ты рассказала ей о Син-Син? Что ты ей рассказала? Что я могла сказать? Я сказала правду. И ты был очень расстроен после того, как не стало Син-Син. Почему ты не живешь дальше? Если тебе нечем заняться в свободное время, ты ешь свою вредную еду. И о Син-Син ни слова. Если честно, что произошло между тобой и Н-Си? Ничего. Тогда что происходит? Что ты хочешь узнать? Я просто хочу узнать, вы встречаетесь или просто друзья? Я сам не знаю. Ладно. Я...
Надеюсь, что ты с этим справишься. Надеюсь, ты будешь счастлив. Син-син. Тоже этого бы хотела.